Всем кусь, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в Space Gladiators. У нас очередной гладиатор на подходе. В прошлый раз мы играли, правда, за какого-то не гладиатора, а опарыша личинуса в подгузниках. Но, тем не менее, успешно прошли все аренки, прошли всех боссов. Хоть и не с первой попытки, но было весьма весело, в общем-то. Сегодня же, ребят, у нас персонаж, который позиционирует себя как средний по сложности. Написано здесь ориентир такой. Это мясник. У него 4 хп, изначально 0 брони и нахрен 20 силы и 20 технологий. Охренеть. Плюс 3 воровства со старта, то есть он то ли за удары ворует деньги, то ли что-то такое, не помню. Описание перс: ты сильный, у вас низкая дальность атаки. Все звучит хорошо. 20 дамага, все такое, 4 хп, ладно, там хп можно повысить, брат брони можно играть, вампиризм никаких ограничений не имеет. Но у вас низкая дальность атаки. Учитывая, что у перс такие имбовые статы, но написано, что он средний, что-то мне кажется, что все кроется как раз-таки в этой фразе, ребят. Так что давайте потихонечку начинать, в общем-то. Лайкосик под видосик, ребят, авансиком мне будет безумно приятно. Спасибо всем, кто играет, проявляет актив, продолжает его проявлять. Особенно под этой игрушечкой, которая вроде не особо популярна сама по себе. Но я ее начал зависывать, многим понравилось, и я очень этому рад. Вот так вот, ребят. Так, что он со старта предлагает? Берсерк, плюс 25% урона, когда у вас меньше или равно половины хп. И минус урона, когда у вас много хп. Не хочу. О, блин. Ну она не прям, она короткая, да, она прям ближнебойная, она прям заметно меньше, чем у Патата, которая лечилась, которая толстая была очень, да, у него и меньше, чем у нее, а она-то была милишной и лупила просто вплотную так, а у нас от атаки, от хп скейлиться будет, не хочу. Гантели, нормально, возьмем, берсерка брать не хочу, играть от лоу хп это типа, ну как-то так себе, не хочу, страшновато будет. Ой, блин, наверх, это что за... И вниз тоже, ё-моё, это будет непросто возможно. Большой урон, конечно, да, но... Он и сам по себе хрупкий, так еще и атака такая. Ну ладно, хрупкость мы себе улучшим, я думаю. Вернемся в здоровье. Так, ну идем на ангела, наверное, да. Внизу, конечно, можно много комнат посетить, но ангел это все-таки предметик, я надеюсь, что он будет того стоить. У нас здесь улитка, плюс 3 брони. Минус скорость передвижения. Что? А зачем это? То есть, типа, 3 брони как временные, а минус 10% скорости передвижения навсегда. Это не 3 металлома, это 3 брони, которые 3 удара потерял, и все, больше бонуса от нее нет. А дебаф остается. Спасибо. Так, плюс к переговорам, минус к шипам. Дробовик стреляет пулями, зависит от брони. Ну, давайте дробовик возьмем. А воровство, это, собственно, вы, когда убиваете врага, 3 монетки получаете, да. Так что вот так вот. У нас здесь бронька на 6 брони на скорость атаки, либо же на брони чуть-чуть, силы, скорость атаки и минус к харизме. Давайте лучше возьмем себе вот эту броньку. Не совсем то, что я сейчас вначале на самом деле ищу. Это как бы приятно весьма, конечно. Блин, я... У меня ноги атаки. Я до врага не достаю, а он меня может ударить, даже если это враг милишный. О, да, я уже прям... Прям чувствую в некоторых местах проблему из-за этого. Ну, зато дамаг большой со старта. Но опять же, дамаг большой, это у нас именно в начале будет чувствоваться. Потому что когда у тебя ты в забеге, например, плюс 70 атаки, например, наберешь, плюс 70, да? За это перс у тебя будет 90, а у другого перса будет, ну, буквально там на 10 меньше. То есть это именно буфер в начале, это не модификатор у нас. Так, я вижу то, что я вижу скорость атаки. 20% это много. 10 накопления это у нас каждую комнату. Ну, наверное, скорость атаки берем здесь, это явно. Огромный баф, это очень хорошо. Интересно, что у этого перса будут его сигнатурными предметами какие. Может быть там что-то, что будет увеличивать ему скорость... как его дальность атаки, например. А может быть наоборот, еще меньше сделать дальность атаки, но повысит урон, например, в 2 раза. Но я думаю, что вряд ли все-таки так. Мы, в принципе, можем делать атаку вниз, да, но прям тут надо по таймингам быть аккуратнее. Окей. Так, максимальные энергии, маленький друг, который даст вам лекарства. Не знаю, даже надо ли. Время от времени будет хилку дропать, так понимаю, да, наверное. Используется на трупах, чтобы с вероятностью получить различные предметы. Разделочный нож. Это у нас защитная способность, да? У нас защитная сейчас гантели. Гантели на самом деле прикольная штучка. Еще и требует 1 энергии всего лишь. 6 вампиризма, минус 30% скорость атаки. Блин, я бы это взял. Я бы это взял, хрен с ней со скоростью атаки. Мы, конечно, можем сделать себе фулл берсерка, но, честно говоря, что-то не знаю, хочу ли я. Из этого я возьму, наверное, просто себе энергию и все. Так что как-то так.
Оп. А, ну да, гантель же не одну энергию требует, она сжирает все, но за каждую энергию дает себе бонус. Так, куда мы хотим пойти? Можем пойти на босса. На ангела при этом не сходим, да? На дьявола не сходим. То есть мы выбираем что-то одно из этого всего. Вот чаще всего такой выбор получается, да. Наверное, пойдем сейчас вниз. Наверное, хочу я на босса все-таки. Я надеюсь, что мы с ним справимся. Хотя, честно говоря, учитывая, что это мерзость, на которой целая куча всякой мелочи, которая как раз-таки, ей без разницы, как сильно ты ее бьешь, то есть моя атака там на эту мелочь будет не особо эффективна, зато нужно, чтобы они по тебе не попадали, и у меня особо нет выживаемости какой-то большой, да? На самом деле на боссе могут быть очень даже большие проблемы. Но надо рисковать, я хочу босса завалить, это все-таки приятный дроп. Так, обменять максимальную технологию с энергией. Подожди. Максимальная энергия с технологией. Если я на технологии не буду делать акцент, то в принципе 20 энергии. 4 технологии, хрен с ним, 20 энергии, камон. Это нехилый такой запас. Если бы у меня был бы какой-то предмет, если такой есть в игре вообще, который регает тебе всю энергию при входе в комнату, было бы вообще шикарно. А так наша энергия, как минимум, она нам позволит совершенно спокойно полностью баф от гантельки получать. Вопрос в том, что у гантельки есть ограничение плюс 12, то есть 6 энергии максимум, сколько тебе потребуется. А если у меня ее больше, она же сожрет всю энергию ведь. Не даст мне бонуса за лишнее, я так понимаю. Так, ну поехали, мерзость. В таком случае есть смысл сделать... А, блин! Я чуть не ожидал, что он стартнет с такой атаки. Давай, руби, 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 руби! По максимуму, просто зафигачь быстрее, чем она убьет тебя. Вообще без проблем. Это буквально сработало. Это буквально сработало. Плюс 5 накопления, много силы, 3 брони. Ну, у моей 5 уже брони на самом деле. Так, кукла, 2 хп, 2 вампиризма и еще... А, и 2 энергии. Хорошая, приятная кукла. Наверное, я это себе возьму, потому что 5 накоплений, это просто позволит мне чуть больше фармить. Поэтому меня это вполне себе устраивает. Что касаемо энергии... А, смотрите-ка, я вот проверил сейчас специально, да? Хотя это не лучшая комната, но потом я на это забью, забуду, скорее всего. Так вот, короче говоря, этот самый, как его... Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько здесь. Не спеша. А гантель не тратит лишнюю энергию. Она дает мне до максимума, и все. Лишнее она не сливает, хорошо. Но, конечно, начало забега с 20 энергии звучит забавно. Найти бы реально, куда ее утилизировать. Соответственно, мне ее утилизировать надо не на дамажные какие-то обилки от технологии, либо от силы играющие, либо что-то защитное. Защитное у меня уже есть. А вот атаку... Защитная хорошая, причем есть гантель. Я бы ее поменял бы только на другую гантель, например. Хотя, на самом деле, 12 силы — это очень много для перса, у которого мало силы. Для меня это процентно не такой большой баф. Если у перса, например, 4 силы, и для него сила мегаценный стат, то гантель для него гораздо мощнее. Вы получаете случайное снаряжение перед битвой на арене и с боссами. Восстановите 1 хп, каждый 4 полученный удар, или эффекты будущих инъекций удваиваются. Честно говоря, я бы себе вот это взял, учитывая, что мы в начале забега сам находимся, то удвоить себе все инъекции на забег звучит как то, что прям заверните мне, пожалуйста. На нахрен, даже толстых врагов будем шотать сейчас. Еще некоторое время, да. Но, само собой, нам надо поддерживать нашу атаку, потому что потом... Потом враги станут толще. Марти. Кидает фрикадельки. Зависит от максимального хп, которого у меня не очень много. Кровавый щит. Защитная способность. Защищается от атак. Каждая отраженная атака даст вам 2 силы, пока вы не смените комнату. Плюс 6 максимум. Плюс 6 сил или плюс 6 атаков. В любом случае, это меньше дает мне. Но это типа защитная способность. Она защищать позволяет. Но я все-таки с гантелью останусь, наверное. Так. Скорость передвижения плюс хп. Но это кукла. Давайте ролим здесь. Технология за питомца. О, харизма. Колючки и воровство. Хорошо. Нет, не хочу. Каждый удар по врагу, базовая атака, которая не убивает его, носит один урон всем врагам. Плюс один к урону каждый раз, когда эффект активируется до конца комнаты. Тоже, в принципе, хорошо. Давайте то и другое возьмем, наверное, себе. Харизма — это стат, который повышает бонус количества монет, получаемых на арене. Он вроде не очень сильно ценится, поэтому его так много дают. В принципе. Но, тем не менее, это тоже приятно. А, блин, добежал, зараза. Он не прерывается так. Воздействие на него какой-то моей атакой. Так, что у нас есть тут? О, я вижу крутой маршрут, кстати говоря. Вверх, потом направо, 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 направо. До желтого врага. Блин, почему здесь курсор нельзя сделать, а? Показать вам.
Короче, наверх через сундук желтого врага, потом вниз на красного врага, вправо на красного, потом на шипы, потом можно желтого, потом направо на красного, потом вниз на красного, потом вниз на магазин, потом вправо на красного, на инъекцию и на испытание. Главное сейчас ни с чем не нафаршмачить. На самом деле, вот здесь карта вроде бы такая простая изначально кажется, на самом деле ее каждый раз... Оказывается, из вот этих вот нюансов, то, как ты не можешь возвращаться в обратный комнату, но ты можешь перемещаться по вертикальным, сколько влезет. Это позволяет где-то налутывать гораздо прям больше комнат и весьма интересно работает порой. Ё-моё! Погоди, а я же взял предмет, нет? А, когда атака не добивает врага же, да. Я такой думаю, почему эти мелкие не получают урон? Надо же не добивать врага. А у нас все атаки врагов шотают. Ну, пока что шотают. Сря броню мы сломали, соответственно, благополучно, я, в принципе, не удивлен. Ну, что поделаешь. Я на нее, в принципе, сильно не рассчитывал, прям уж. Так, демонический тотем. Пассивный предмет. Создавайте 3 души, когда входите в комнату. Зависит от харизмы максимального здоровья. Хорошо, это у нас в прошлый раз как раз таки было. Пускай будут такие мелкие души, которые чуть-чуть допомогают. Ауч. 4 из 6 хп. Погоди, у меня вампиризма... 2, 1 хп, каждые 19 ударов. Достаточно редко на самом деле. Какое-нибудь сердечко защитной способности могло быть, в принципе, приятным, но на самом деле я бы не отказался и остаться дальше с гантельки, если мы сможем себе найти выживаемость каким-то другим способом. Так, а надо бы сейчас поаккуратнее, потому что 4 хп. Только что было 3. Не сливать тут кому-то Ой, ты, блин, там пропустил эту монетку, нахрен с ней. ХПшечка, отлично. О! Так, это то, что надо выносить сразу же. Этому нельзя давать плодиться, это я знаю хорошо. Знаком с таким засранцем. Вот сейчас я могу пойти направо, а могу пойти наверх, получить плюс 4 комнаты нахрен. Интересная, конечно, тут такая вот карта получается в этой игре, на самом деле, сделана механика такая. Тихо. Можно передохнуть немножко было. И здесь тоже. Отлично. Потому что больше комнат, это больше золота, больше врагов, больше чего-то еще можно такого найти здесь. Вкусняшек всяких. И на перспективу мне так. Сейчас главное пойти вниз, а не направо. Потому что порой можно увлечься или не заметить где-то прохода, например. Окей. Вот как этот вниз, например, порой можно пропустить случайно. Так, магазинчики я не сильно прям питаю надежды, что что-то будет, но он просто для меня промежуточная комната. Потому что эти магазины, которые на этаже встречаются, они как будто бы... Не знаю, там на рерол просто он сохраняется общий счетчик. А при этом то ли дропа в магазине мало, то ли там цены какие-то были высокие, я не помню уже точно. Хотя вроде все обычное. Плюс один металлолом гантели. Но, блин, честно говоря, гантели менять ради плюс один металлолом, он не позволит мне настакиваться и играть от брони. Он будет очень быстро заканчиваться. Я не смогу это накопить, это 200 золота стоит. Я поискал бы гантели лучше, какие-то покруче. Так, костюм призрака. Плюс один брони получает 5 секунд неуязвимости, войдя в комнату. Это очень крутая штука, но не для меня, наверное. Я солью эту неуязвимость очень быстро. Солью эту броню, точнее. У меня нет брони, нет металлолома. Я могу, конечно, что-то другое взять, но вряд ли это мне позволит настакать так, чтобы моя броня сохранилась. Удваивает количество монет с разрушаемых объектов. Ну, теоретически, если предмет забалансирован, если он за свою стоимость должен все-таки как-то окупаться, логично ведь, да? Он же не должен быть бесполезным, иначе бы вопросы были бы к балансу. Вот если баланс соблюден в этом плане, то... Этот предмет точно должен нам окупиться, потому что, ну, когда, если не в самом начале его брать, правильно? Поэтому пускай будет. Я думаю, что окупится, но еще не за ближайшие полэтажа точно. В принципе, учитывая, что у меня целая куча денег, то нормально. Так, я хочу 2 хп, наверное. У нас силы и так много, а вот хп есть недостаток. Поэтому давай вот это лучше берем себе. Силы можно много найти другими источниками. Так, давайте повышаем себе и поехали. Один сломали. Второй сломали. Урон, конечно, капец просто. Долбит, будь здоров. Все. Правда, здесь у нас кукла на воровство, колючки и силу. У меня плюс 2 хп и плюс 2 вампиризма. Мне моя кукла больше нравится. Да, награда, конечно. Мягко говоря, не то, что я искал. Вообще, я думал, что здесь двойная награда должна быть. 2 предмета, а походу нет. Солнце наглушает цели на 0,5 секунды один раз за врага. На врага, точнее. Ну, не знаю. А, наверное, я себе восстановить 1 хп, каждые 4 полученных удара предпочту. Это приятная штучка такая, которая стабильно, в принципе, повышает выживаемость тебе на такой весомый процент. Причем надо понять, что это не просто тебе, да, если там
у тебя 4 хп будет работать как 5, потому что ты восстановишься в единичку хп, и это хп тебе также в счетчик потом пойдет. Поэтому в целом оно очень даже повышает. Ауч. Это не просто плюс 25% к хп, например, или там что-то в таком духе, да? Ты восстановленный хп еще будешь использовать для прока этой же обилки. Маленький друг, который регулярно будет давать нам инструменты, которые выдают броню, сколько я помню. 10 монет при получении урона. Кстати говоря, золотые вены. 24 удара получить, что покупились, я думаю, что мы получим и больше. Шанс нанести 16 урона дополнительно при атаке вниз, зависит от хп. Ну, вниз... Даже не знаю, если честно. Давайте рольнем здесь, не будем брать все-таки. Так, кофеек. Плюс 30% скорость атаки, но минус 5 силы. Это много прям силы забирает. Но очень бафает скорость атаки. Скорость атаки полезна, если у тебя есть какие-то плоские проки. Или же, если ты, например, играешь там от вампиризма, например. Что-нибудь в таком духе. Давайте возьмем, ладно. Думаю, что это достаточно много все-таки. Маленький друг с лекарствами. Ну, здесь больше ничего не берем, наверное. Я не хочу ролить дальше до посинения. Маленький друг. Но я от вампиризма все-таки хочу больше, наверное. Стабильнее как-то будет. А хрен с ним, давайте. А, так даже. Погоди, а если он шприц... Ну, хотя... Не, наверное, он шприц нам сейчас разово так дал, я предполагаю. Так, потерянная душа боссом. Качаемся. И поехали его рубить. А, и, кстати говоря, мы можем рубить только босса, в принципе, потому что мы убьем босса, и у нас мелочь автоматически умирает от пассивной тычки, потому что мы босса не добиваемся на удар, и, соответственно, все враги в комнате получают тоже урон. Ауч. Насрать. Просто угрохали их. Один силы, две технологии одолеете, потерянные души, играем мясником. Кстати, это тоже редкая ачивка, типа. Ну, просто, наверное, потому что не очень много игроков играли и проходили полноценно за каждого персонажа хотя бы что-то. Потому что за этого пройти первого босса совсем уж легко. Так, я чуть не рыпнулся. Чуть не ударил его. Если честно. Аккуратненько. Все. А теперь можно их угрохать, да? В моем стиле было бы, конечно. Так, золотишко. Что по маршруту? Маршрут тут... Ну, вниз явно. Вниз два раза, потом направо, наверх. А потом через вопросик еще три вверх. До самого верха, собственно, идти. Ну, такой маршрут самый выгодный здесь. Ай. Блин, на самом деле разница урона чувствуется. Хотя тут, наверное, еще сказывается то, что просто второй этаж, и здесь враги пожирнее. Наверное, в этом тоже есть дело. Часть вопроса, скажем так, часть моих изменений этих. Аккуратненько. А! Ладно, хрен с ними. В принципе, немножечко танчить мы можем, потому что... Ну, хотя два вампиризма это прям не густо. Скорость атаки, конечно, хорошо, но вампиризм это... Вампиризму хочется побольше, чтобы более-менее повышать свою выживаемость, действительно. Чтобы отрегениваться стабильно. Хватит мне постоянно пихать этих челов в комнатах. Тут, конечно, благо комната простая. А че его ударило? Че, ударил там два раза сейчас? Что-то я не понял немножечко в моменте. Так, идем сюда. Ага, понял. Тихо. Окей, все в порядке, в принципе, пока что. Плюс 4 брони со шприца этот чел дает, если он мне будет так шприцы давать именно на броню, а не просто хилки на хп, потому что я думал, что он хп будет давать мне. То, учитывая, что у меня инъекции вдвое усилены, то это весьма приятно. Так, этот у нас тут жарит свои те самые. Хватит за меня преследовать. Уйди. Кыш. А, это призрак, наверное, жахнул его. Там зеленая циферка, а не краски от хп скелец. Это призрак его дамажит. Ударил на восьмерочку. О, кстати, касаемо этого чела, мне писали в комментах как раз таки, что он может дать шприц, он может дать какой-то предмет, и в том числе от его атаки можно задоджить еще. Пс, братан, хочешь дури? Оп, задоджил. Но он, видите, он не дал мне ничего, зараза. Как-то он, ну, маленький шанс у него, что ли, я не знаю. Я его, в принципе, само собой буду использовать. Я просто в прошлый раз не хотел, потому что у меня не было лишнего хп, скажем так. Мне не хотелось так рисковать и тратить. Оказывается, от него можешь задоджить. Правда, не знаю, может быть прикол в том, что если ты доджишь, то он тебе ничего не дает, например. Что он дает не когда ты его активируешь, а когда он тебя бьет, такое тоже может быть, в принципе. Так, по-моему, здесь кто-то охреневший. Снова броню врагам бафают. Неприятненько так. В целом, на самом деле, не могу сказать, что эта атака настолько много доставляет неприятностей каких-то, потому, ну, все-таки перс средним считается, да, не то, что каким-то трудным. Ваш шприц наносит больше урона,
6 вампиризма минус 30% скорости атаки. Вот пришло и ушло, да? Ну давай, 6 вампиризма это много прям. Атакующая способность. 1 к максимальному хп минус 4 накоплений. Я нужно, мне это не надо. 2 черри ролл. Одну покупку, то есть. Еще усилить своих питомцев. К урону при полном хп. Кстати, база атаки имеет шанс нанести удвоенный урон. Я, наверное, возьму себе вот это. К урону при полном хп, в принципе, тоже хорошо. Здесь все обилки были примерно плюс-минус сопоставимы для меня, если честно. Но вот это то, что работает прям вообще всегда. Просто как повезет. Ну, как сказать, как всегда работает. Не требует условий каких-то. Оп, ай. Окей, тут немножко не в том порядке я врагов некоторых убиваю. Да хрен-то с ним, можем себе позволить. Когда есть вампиризм, вампиризм выглядит как мета этой игры, я бы сказал. Особенно на позднем этапе, когда уже творится такая ересь, что ничего не понятно, что где как происходит. Что задоржиться от всего привычным способом не удается уже физически. Так, устанавливает отрицательный на 0. О, кстати. А, ну у меня скорость атаки не в минусе. А, у меня она 20% в плюсе, у меня только шипы есть в минусе. Слабенько. К броне, к скорости передвижения. 4 силы, о! Давай. Глаза тоже берем. Скорость передвижения, ну не прям мне сильно это нужно, если честно. А, давай возьмем, в принципе. Немножечко можно бафнуть. Я бы сказал, 30% где-нибудь я бы себе бафнул, а вот больше, наверное, не хочу. Но пока взять можно. Так, куда мы отправляемся здесь? Можно на инъекцию, но только на одну получится сходить, к сожалению. Можно пойти в магазин через испытание. Но, честно говоря, инъекция, мне кажется, может оказаться лучше для меня. Блин, какой-то маршрут тут, конечно, если честно говорить, то так себе. Вот через магазин неплохой есть, например, да, сейчас пойти... Направо в испытание, направо-направо, потом вниз, по шипам походить. А нет, там не будет хорошего маршрута. Хороший маршрут, если... А не будет здесь в любом случае. Любой маршрут мне не нравится, если честно. Вот серьезно. Ну давайте, наверное, на вторую полоску, короче, пойдем. Тут через вопросики что-то любопытное можно найти. И комнат с врагами побольше. Оп. Отлично. Да, потому что сверху у нас там шипы-шипы, а здесь два желтых врага будет лучше уж. Больше всякого посетим. Оп. Надо чаще использовать гантель, я про это просто не вспоминаю совершенно, да. Но сейчас, в принципе, это особой роли не играет, потому что у меня нет каких-то опасных ситуаций. Я потеряю свою броню, я думаю, что в любом случае. С какой-то лучшей ситуацией к боссу я вряд ли приду в этом плане. Вряд ли что-то серьезно изменит. Так, 2 хп здесь без вариантов берем. Отлично, просто зарубили. Я надеюсь, что сейчас мы найдем вскоре еще предметик какой-нибудь сигнатурный этого перса, потому что мне очень интересно, что у него можно встретить. Что у него там за эффекты будут такие. Оп. Просто рубит. Он, знаете, как что? Это чистый Иуда. Это чистый Иуда из Айзека. Вы блокируете один удар в каждой комнате, к урону на аренах, гантель может добавить до 18 силы. О-о-о. Блин, а вот это вкусно на самом деле тоже. 18 силы вместо 12, это плюс 6 силы. Но при условии. Блин, я даже не знаю, что из этого круче, честно говоря, ребят. Первое или третье? Второе дает больше золота, но... 18 сил, учитывая, что я себе силу добавнул, и что мне как бы все равно, я... Не факт, что я с гантелью, конечно, останусь. Правые крепкие кости мы можем еще найти. Давайте, ребят, гантель, короче говоря. Мы эти кости берем почти каждый раз, когда встречаем. А давайте вот с гантелью побегаем. Может, реально сделаем себе вот такого вот мега-качка. То, что у нас у перса изначально большая сила, что гантель мне как бы менее эффективна в этом плане, не значит, что я не могу ее использовать, что почему бы мне не упороться все равно в силу по максимуму, да? Просто мне выгоднее, получается, из-за большой базы, мне выгоднее было бы какое-то, если бы имелось процентное усиление. А гантель это плоская. На фоне моего это не настолько много, как для перса, у которого изначально мало силы. Но все равно пускай будет. 6 силы, 6 технологий, но хп ограничено текущим. 10 хп, блин, даже не знаю. Я бы не отказался еще бафать себе, хотя 10 хп это достойно весьма. 5 металлолома можно взять. Так, вот это, во-первых, один металлолом я точно беру. 6 силы.
Не, наверное, не буду я это брать, не хочу. В начале, ну как в начале, в середине забега, на самом деле, уже ограничивать себе хп все еще не знаю, насколько мне хочется. Благословение монаха не хочу сейчас брать, давайте роллим. Атакующая способность, 3 силы минус к скорости атаки. Ну, я не уверен, что мне это даст больше импакта, учитывая, что у меня 20 сил и плюс еще 18 сверху будет. 3 силы, это как будто не очень много, 10% скорость атаки на фоне моих 30. Может и будет чувствоваться. 5 колючки, 1 хп регенит себе. Ну, не знаю, 3 силы. Мне кажется, нет, я, наверное, хочу скорость атаки себе все-таки сохранить. Так, ты у нас что-то говоришь? Привет, товарищ гладиатор, хорошая погода сегодня, а? Не поможешь мне? Минус высоты прыжка, но плюс колючка, плюс вампиризм и минус к переговорам. Почему волосатые ноги дают минус к переговорам? Кому-то не нравятся волосатые ноги, что ли? В магазинах здесь, что за дискриминация? 20 колючки, ну, типа они работают, но не прям сильно нужно. А вот высота прыжка, на самом деле, минус к высоте прыжка. Иногда это будет чувствовать, потому что я привык к стандартной такой. Она весьма комфортная для меня. Так, на босса я здесь, если иду, то только сразу же на него идти, потом в конце на инъекцию. Могли бы пойти на 2 сундука. Могли бы пойти на дьявола плюс сундук, например, что тоже приятно весьма. Давай пойдем на босса, будет интереснее так. Я думаю, что мы должны с ним справиться. Плюс 1 вампиризма. Стоит ли оно того? У меня вампиризма 8, наверное, нет. Наверное, не стоит. У нас после вот этой штуки вампиризма целая куча появилась. Но колючки хоть и работают. 30 урона с получения урона. Когда у меня удары посильнее даже будут. Не, не будем брать. Я думаю, что нормально так. Ох ты, блин. Давай два раза. Вот перед боссом я не хочу сливать себе все здоровье, пожалуй. Я думаю, вы меня понимаете. И, кстати говоря, сейчас... Ай! Так, с ним надо быть поаккуратнее. А, блин, хорош. Пока у меня враги были забронированы, я думал, что сейчас отхиляюсь получше, потому что я много могу сделать им ударов, но в итоге получилось так себе. В итоге идем к боссу, 6 хп из 11, еще и может стать сейчас все хуже в комнате с ловушками. Так, как туда попасть? Ага, я вижу, кажется, откуда. А, нет, не отсюда. Вот отсюда. Окей. Случайно нашел, я думал, что на левее на самом деле будет проход, но нет. Так, снизу там ловушка, как его. Шипы остались, туда мне не надо. Идем на босса. Чемпион огров. Надеюсь, что справимся быстро с ним просто. Давай, сила. Оп. Окей. Нет. Окей, А, ну у меня хп гораздо больше оставалось. Я думал, что у меня там уже оно заканчивает. На деле все было нормально. Я дробовиком немножечко его выстрелил, ломал и пытался, когда он прыгает, именно рывком через него проходить. Чтобы держаться рядом с ним постоянно. Потому что если разрываешь дистанцию, то очень трудно бывает как-то найти момент для атаки. Один брони, 20 шипов. Ну, берем, не очень сильно. 4 брони еще, и вы знаете, один энергии, когда получаете урон. Ну, тоже не прям сильно мне это надо. Я не знаю, что мы можем найти себе из атакующей способности прям интересного. Наверное, лучше всего просто что-то, что атакует, ну, скейлом от силы, очевидно, да, у меня силы дофига. Надо от нее именно играть, атакующей обилкой. Оп. Слушайте, а золото-то наваливает неплохо так из этих всяких объектов фоновых, не фоновых, а с которыми можно взаимодействовать. Ну, вы поняли, о чем я. Так, сюда не залезть, так. Просто варвар. Просто, знаешь, такой, как будто в MMORPG-шку берешь себе класс варвара, который просто автоатакой разносит всех совершенно спокойно и имеет много выживаемости при этом даже еще. Вот примерно так я себя чувствую. А там есть, например, какой-нибудь там маг, лучник, которым приходится где-то что-то как-то доджить, там за энергией следить, там еще стрелы покупать и так далее. Это такой просто варвар, который ничего не требует и при этом проще всех и сильнее проявляет себя. По крайней мере, на начальном этапе игры. Очень часто я такое встречал. Помню. На новых серверах, когда в некоторые корейские MMORPG-шки играл, собственно, то тоже мага стартовать сразу же с мага, это было просто минус экономика аккаунта. Потому что качать тяжело, требует стампатика, одевать дорого, нужна гильдия.
Если ты без доната играешь, то вообще полная жопа. И так далее. А каким-нибудь там, не знаю, воришкой или варваром каким-то, да, просто на силу. Ну, это самый простой такой вариант был. Вот я примерно так себя сейчас ощущаю. Так, бесплатный предмет у дьявола или же у ангела. Вот здесь дает гораздо больше золота. Наверное, у ангела давайте возьмем. Я не знаю, что тут чаще встречается. Если тут такая закономерность. У ангела, типа, ты на халяву берешь, но только один предмет. Ну так, будешь дополнительно еще один брать, да? У дьявола не на халяву, зато ты можешь купить всего дьявола. В принципе, учитывая, что у меня много хп, мне, может быть, на дьявола стоило пойти. Но для дьявола плюс один предмет это гораздо менее ощутимый бонус. Потому что у ангела это в два раза больше дропа. У дьявола ты по-прежнему можешь купить все. Я, по-моему, гантель забыл использовать в процессе, не уверен. Ауч. Да, с такими врагами, конечно, не очень удобно с маленькой дальностью атаки лупить их. Но в целом вроде и окей. Пробивание щитов весьма дешевый предмет на самом деле, а ты его один берешь, и у тебя сразу же львиный кусок врагов становится для тебя более безобидными. О, два силы. Слушайте, а этот чел вообще имбище, по-моему. Ему надо всегда, наверное, брать. Он регулярно дает шприцы. Я думал, что он хп будет давать. У него в описании говорится... А, лекарства. Наверное, инъекции подразумеваются лекарствами. Ваш питомец носит больше. Он отработать будет, возможно, на мою мелочь, но я на нее акцента большого не делаю. Глаза мы берем. Эта технология зависит и стреляет. Не хочу. Ролл. 37 от брони скейл. Минус энергии плюс 10 технологий. Вот я могу это спокойно взять, а надо ли? Как бы бесплатно, ладно, допустим. 10 технологий на что-нибудь сработают, возможно. Но все равно у меня будет ее не густо. При этом это стоит 290. Вот это мне не нравится совсем. Так, лук зависит от силы. К высоте прыжка минус 2 воровства. О, еще один Уолтер. Как? Уолтер, да? Да, Уолтер, отлично. Ну давай лук, допустим, возьмем, потому что это от брони работает. От брони, конечно, предметы, которые скелятся, они скелятся очень быстро, очень мощно, но повременим с этим. И у нас уже второй босс, между прочим, я чуть даже не заметил, как мы уже добежали до него. Сильный персонаж, хулиган. Так, давай, усиливаемся. Причем мы можем босса бить, и мы за каждый удар настакиваем урон по всем врагам в комнате. Мы всех уже по 8 бьем, по 9. То есть я всех пассивно просто убивать сейчас буду так. А еще я могу застрелять его стрелами просто. Топор и стрелы нахрен. Просто порвали, не знаю, имбище перс. Если ты нашел ему немного хп, вампиризма, все, он просто рубит. У него базового дамага хватает так, чтобы на весь забег было нормально. Так, кукла, воровство, 2 энергии. Ой, воровство 4 энергии дает, мне не особо надо, меня поинтереснее все-таки на хпшку. На вампиризм, в конце концов. Слушайте, да мы сейчас пройдем забег ультра быстро с таким успехом, мне кажется. Вообще на изи будет. Еще мне, кстати, писали такой любопытный момент, что сердце, которое ты запускаешь, которое бегает, оно ломает наземные фрикадельки вражеские. То есть оно разминирует эти какахи. Вот так вот. Не обратил бы на это ни внимания ни за что, но весьма любопытно. Так, 2 силы, 2 хп, отличный NPC, мне очень нравится. Лучшие препараты в Тартаре. Да, замечательные препараты. Технологии я не хочу. У него, то есть, большой шанс на шприцы какие-то, да? Но не только они есть. Есть хпшка. Такую способность на транквилизатор. Нет, давайте еще ролл сделаем один. Так, скорость атаки есть. 3 вампиризма минус 1 хп, в принципе, можно. Пойманная душа. Создаете одну душу, которая носит 16 урон при использовании атакующей способности. То есть плоско плюс 16 к урону для атакующей обилки. Вообще звучит приятно. Я хочу себе по-любому взять. Давайте ее возьмем. Давайте скорость атаки и вот этот вампиризм. Да, на все хватает, отлично. Хорошо забафались. А здесь что? Такие шипы как будто вылезли, а вроде не дамажат, такие немножечко подвылезшие. Так, тут, значит, идем. Эх, жалко, что там прохода нет. Могли бы сейчас сделать большой крюк, но там, к сожалению, ничего такого не пройти. Ух ты, блин. Чел с огнеметом какие-то. А, это мы буквально таких же духов создаем, как у меня есть уже, да? Кстати, несмотря на то, что мы изначально хп не играем, акцент не делали особо, но мы уже хп столько набрали себе, что, в принципе, играем. Играть от него можем тоже. Уолтеры вообще имбище. Они мне столько шприцов уже дали за забег, даже... Нам пофиг на шприцы с броней. Они мне дают тех самых на хп, на дамаг там что-то такое давали.
Если у тебя особенно удвоенный эффект шприцов, то это вообще мега мощь. Так, здесь внизу, а внизу ничего. Просто рубить. Мясник какой-то. Давайте 2 хп. У нас спидран сегодня просто идет. Я даже не знаю, я не хочу делать серику на 40 минут. Я бы еще поиграл. Стоять, технология. У меня есть смысл, может быть, сделать... Что я не хочу делать забег за еще кого-то нового персонажа. Это будет слишком много для одной серики. Скажем так. А насчет того, что может еще сделать забег за этот перс на повышенном уровне сложности, вот насчет этого я сейчас задумываюсь. Если получится все, конечно. У вас получается шанс, появляется шанс оглушить врагов при ударе, зависит от харизмы. 14% шанс неплохо. Убийство врага восстанавливает 3 энергии один раз за комнату. Притягивает все, и 5 металлолома дает сверху. Давайте оглушение. Мне кажется, что мне металлолом уже особо не прям сильно нужен. Мы играем от вампиризма. Игрушка вообще очень действительно веселая оказалась, но мне кажется, что она очень быстро... Вот сколько я сейчас наиграл, я уже понял, что в конце у тебя почти любой персонаж, почти любой забег легко весьма себе скатывается в то, что ты просто фейсролишь все. И вот так вот проходишь. То есть структура, она теряется в этом плане. Вот что. Так, еще один уолтер. По-любому. Это уже поздно. После смерти врага они взрываются на себя 13 урон, зависит от силы. В принципе, давай. Скорость атаки еще тоже давай. Так, вот у нас ангел есть, да? Но ангел только... А, блин, нахрен. Не вовремя, я смотрю, что-то как-то, да. Так вот, а персонажи, которые, знаете, которые имеют четкий такой выверенный геймплей, оно как будто не окупается, потому что тебе в любом случае надо как-то иметь там либо вампиризм, либо брони целую кучу, и того, либо и то, и другое вообще. Ты в любом случае играешь через что-то из этих статов. Так, а тут не получится пойти на инъекцию и на ангела, да? Блин, там прохода нет. Как оно вот подло, так чаще всего как раз-таки самые... Вот не хватает одного буквально проходика в любой стороне, соединяющей вторую линию с третьей. Но нет такого. Ангел даст доп. Предмет. Но сверху есть сундук и плюс инъекция. Наверное, это будет в целом выгоднее, мне кажется. Более выигрышный вариант. Стоит идти нам здесь... На этот самый, как его, на вопросик или на бой, я не знаю, если честно. Давайте на вопросик, будет поинтереснее, что-нибудь будет. Ага, это просто ловушки. Ладно. Чуть не ляпнулся на шипы. Желательно к боссу еще восстановить, конечно же, все здоровье будет. В том числе к финальному. А, ну к финальному там, в принципе, Анг перед ним встречается. На следующем этаже еще будет мини-босс. Мы сейчас прям вот порвем всех по дороге, мне кажется. Так, здесь деньги. Ну давайте разочек тыкнемся. О, силу дал. Подожди, а вот по какому принципу Уолтер срабатывает? Маленький друг, который даст вам лекарство. Такое ощущение, что они при зачистке комнаты, при получении урона могут дать. Там типа разные условия у них есть. Но сейчас я получил урон, меня не дали шприц. Зачастую при входе в комнату или зачистке комнаты они мне давали еще. И как, какие-то еще может у них условия есть, не знаю даже, если честно. Нюансы срабатывания. Оп, снова шприц дал. Ну и, соответственно, их понятно, что у меня 3 штуки, поэтому вероятность того, что хоть один из них сработает, она регулярно у меня весьма высокая. Но, тем не менее, выглядят они очень, конечно, эффективно. Так, просто идем и рубим. Фарш устраиваем тут из всяких местных обитателей. Ну то да, есть еще помимо того, что ты за каждый перс можешь пройти игру, да, и каждого босса там за каждого надо убить из ачивок. Тут еще есть уровни сложности за каждого из них. Вроде их там по 5 штук, что ли, или что-то такое в возвышении. Я, конечно, все проходить не планирую. Но что-то из этого глянуть можно, поэтому неудивительно, в принципе, что мне сейчас так легко. Вполне возможно, что там будущие сложности очень жесткими становятся. Просто тут прикол в том, что она открывается, видите, проходишь одну сложность, она открывается не для всех, а только для одного. То есть брататки, например, разработчик это учел, потому что за каждого перса открывать по сложности, это было бы долбануться как долго. Хотя тут и персов меньше, например, чем брататки, да? Все фрукты улучшаются. Давайте шанс заблокировать входящий урон лучше 10%. Мне это на долгой дистанции в битве с боссом даст много импакта. Весьма, я думаю. Вот, мне кажется, что здесь тоже все равно 8 персонажей есть. Забеги такие, они подольше, чем в брататке, очевидно, да? В среднем. Если до 20 волны судить в брататке, да? И мне кажется, что здесь было бы уместно, конечно, сделать так, чтобы сложность открывалась для всех персонажей сразу же. Что иначе ты, конечно, задолбаешься их облокать так. Но я думаю, что просто разработчик тогда об этом не подумал, когда делал эту игрушечку, потому что у него было меньше опыта. В брататке это все... Этот момент, например, учтен в том числе.
Так, платиновый наплечник. Минус к энергии, это пофигу, к скорстаке, к силе. Он закончится быстро ведь, да? 5 металлолома, но это даст мне 2 брони на боссе. И все. Я лучше своей куклой останусь. Я вообще ничего не буду здесь покупать. Можно взять красный лазер, в принципе. 5 урона. Летает мясной шарик рядышком с тобой. Денег ровно 1000, кстати говоря, красиво, да? Удваивает вашу силу, уменьшает ваше максимальное здоровье вдвое. Нельзя носить броню. 8 хп, но силы просто усраться сколько будет. Но мне кажется, что это будет опасно. Мы можем скиснуть из-за этого. Я не хочу рисковать сейчас лишний раз. Давайте не будем поэтому брать. Так, мы здесь не можем пойти на ангелов, если я хочу идти на босса. Жалко. Тут нам надо будет идти... Ай! Ай! Вниз. Ну ладно. Взял апгрейд на ангела, ни разу не воспользовался, да? Но тут не от меня оно зависело. Ну, точнее как, оно от меня частично зависит, но все-таки маршрут выпал не самый удачный. Для этого. Ну вот как тут можно структурированно в такой комнате сражаться, чтобы дождиться от врагов? Тут они просто в мега-моба собираются и все. Так, давай. Скорость атаки минус хп 1. Окей, пойдет. Это слабенько. Еще что-нибудь. Что у меня тут? Ой, блин, погоди. Покажи куклу. 4 секунды ворняете какашку. А, окей, это не надо мне. Так, скорость атаки к вампиризму, к броне. Окей, хорошая бронька. Идем на муравьев на этих бешеных. Мы их в прошлый раз видели как раз. Ай! Видели как раз. Ох ты, блин. Я слышал, что мой брат-близнец Роберто умер на тренировке. Какая жалость. Он был слабаком. Приходи потренироваться в мой спортзал. У меня 31 силы. Ну давай, допустим. Раз. А у меня еще шприцы удвоены. 2, 3, 4, 5. Охренеть. Вы посмотрите, сколько тут. Я их вот так потолкаю, чтобы они перед этим челом лежали. Кадр на превьюшку шикарный просто. Во, вот так вообще идеально. И махнуть топором еще дополнительно. Просто целая куча силы. Так, а что предмет дает? Погодите, он еще, по-моему, силу наваливает, да? 2 силы. Он дает 2 силы и 1 хп. Ага, хорошо. То есть возвращает еще здоровечки чуть-чуть. Но я потерял только лишь броню на это все добро. У меня силы 41 плюс еще 18 сверху. Шанс удвоить на атаке. При этом у меня скорость атаки 80% баф. Много вампиризма. Так, а сюда как бы попасть? Блин, не скажите, что вход откуда-то в начале, да? Естественно. Так, не торопимся. А, может он над шипами? Да, он над шипами. Самые подлые места ищи, вот там будет вход по-любому. Причем тут еще и можно, когда... Ай, насрать, короче. Хотя перед боссом отхватывать сейчас было совсем ни к чему, ну ладно. Не думаю, что мы должны скиснуть здесь. Надеюсь. Эть. Хотя вообще они могут доставить проблем. Окей, одного снесли. Или нет? Мы их разозлили, точнее. Мы их ни хрена не снесли. Пофиг. Раш, короче, все. Второго укердык сделали. Помню у бабушки в Гродно, когда бывал в детстве, собственно, то там частенько с муравьями те еще проблемы были. Они были просто везде. Как много шприцов, вы посмотрите, сколько они мне напихали просто. И гаечный ключ еще. Я могу брони себе сейчас настакать просто целую пачку. За золото свое. В принципе. Не, я думаю, не надо, пофигу. Очень не любил ему. Не любил я в том числе муравьев, потому что сразу кусаются. Неприятненько так весьма. Это, конечно, не эти самые, как его, не лесные муравьи какие-нибудь большие, но все равно. Так, 9 урона бросает картофель. Это кукла от максимального хп. Скейлится. К скорости атаки. Ой, к скорости передвижения, точнее. 2 хп, 1 технологии. Слушайте, я думаю, можно свою куклу поменять. Она дает 2 хп, 2 вампиризма для меня. А это дает картошку кидающуюся. Доп. Источник урона. Давайте так, наверное. Я думаю, что будет окей, у нас все в порядке. У меня как-то в детстве всегда такая, знаете, градация укусов была, что муравьи одни из самых слабых укусов. То есть то, что, в принципе, если тебя укусят, ну так, неприятненько, конечно, но визжать, скажем так, и страдать сильно ты от этого не будешь.
А какие-нибудь пчелы или... Пчелы пострашнее, а осы совсем противны, мне казалось. Хотя я не знаю разницы укуса пчелы и осы. Но пчела меня жалила раз 10 в детстве на даче. Так, получается, член снаряжения перед битвой. Модификатор характеристик найденного снаряжения будет лучше. Давайте к силе атаки каждый раз, когда вы получаете урон в пределах комнаты. О, да! Причем это плюс 10% и до 50% стак. То есть это процентный баф еще. Это переножение именно. А не просто плоская заливка. Это жесть. Вот, но потом я как-то в каких-то то ли в каких-то статьях читал, то ли что-то такое еще. Есть какая-то градация такая. Шкала силы укусов. Кто-то проводил исследование. Есть муравьи такие, которые кусают настолько больнее, чем пчелы и осы. Что какая-то вообще жесть. Шершня, без понятия, практически шершни не встречал, и благо они меня никогда не жалили. Но вот муравьи целую кучу раз. Сколько раз у меня была такая история, что ты стоишь, например, на земле, там, не знаю, болтаешь с кем-то или на что-то смотришь, а потом оказывается, что ты стоишь на муравейнике, и у тебя по ноге уже ползут, там, не знаю, десятка-полтора муравьев, как минимум. И уже жрут тебя. Начинаешь чувствовать, когда начинаются первые укусы, ты начинаешь прям паниковать и так вот туда-сюда прыгать, как-то пытаться их руками скинуть и так далее. Вот это мне прям отлично знакомо. Атакующая билка от ХП скейл. Давайте ролл тут. Используя способность, дает шанс восстановить энергию. Силе... О, 4 силы можно взять себе еще. Давай. Давай 3 силы минус скорость атаки. А скорость атаки, возможно, я реализую свою всю. Эту, которая у меня имеется. 5% к урону. Давай, и лазер еще. Лазер вроде как стакается. Вроде он лазеров больше не делает, но лазер вроде как мощнее. Он бьет по 10 теперь, а не по 5. Так, у нас коллекционер мух боссом. Поехали. На. Мы все порвем просто. Я даже от него не буду отходить особо. Стараться как-то. Я просто вот так снесу. Один вампиризма, чуть-чуть брони, золотой щит, очень вовремя, да, спасибо. Берем себе анг, двигаем энергию до конца и приходим к сиру брони. А, хоп, броня. Ой, как ХП точнее. Ой, дамаг 68. На. 68 у меня силы. Удары при этом по 102. 204 критом. Охренеть. Там, судя по всему, процентный баф, они не отображаются стат тогда. Они отображаются постфакту. Ну, в конце уже. Ну, короче говоря, да. Это прям люто жестко было сейчас. Уничтожили просто. Один максимальной энергии, один воровства, один хп и еще один воровства он давать будет. Так, за прохождение серо-броней мясником мы получаем экзоскелет. 10 брони, 10 силы и 10 технологий. Ни хрена себе. А, ну это броня. Это именно снаряжение, в смысле. Экзоскелет, просто много статов. Мушиная голова, 10 сил, 10 технологий, но минус 3 максимального хп. Плюс 30% скорость атаки, кукла, убийца. Плащ, 1 к энергии, к вампиризму. Отлично справились. Че, ребят, я думаю, давайте сделаем тогда еще один забег за этого перса, но теперь с повышенным уровнем сложности. Более сложные арены. Что это будет значить, не знаю. Насколько это будет чувствоваться. Так, 100% монет в легких комнатах, минус к монетам в жестких комнатах. Я думаю, что в красных комнатах, наверное, жестких считается, да? А в желтых, наверное, не затрагивает, возможно. То есть по зеленым комнатам, мол, гуляй. Честно говоря, не хочу это брать вначале. Рука пришельца, вы можете запустить червя, ваши атаки носят 10 урона. Честно говоря, как-то ослабление какое-то, не хочу брать. Свитки вначале встречаются в основном какие-то, знаете, такие с минусом и с плюсом, весьма такие спорные. При этом такой предмет, как вот этот свиток мне предлагают, мы в процессе нигде вроде не встречаем особо. Вот такое у меня ощущение. Так, идем наверх. Сегодня вот такая у нас будет прям насыщенная по контенту серийка. Ну, персонаж позволяет, в принципе. И это будет, судя по всему, первый персонаж, которому мы 5 уровень апнем. А есть ачивки на 5 левел у персов. Интересно, что там залохнется за предмет такой, потому что... Теоретически это может быть какой-нибудь предмет сигнатурный для персонажа, например. Что-нибудь, что вот... Идеально отражает его особенности. Что, мол, за совершенство... Этим перцем получаешь вот что-то прям такое. О боже. Да хватит! Как тут забраться? А как забраться-то там нормально? А, я знаю как. Вот так надо. Нет!
хватит. Все. Хорош. А то у меня один хп. Как бы не сдохнуть сейчас, да, после такого забега мощного. Ну вас в баню. Ну место какое-то страшное, капец. Хватит мне ловушки пихать. Тут хоть простые ловушки вроде нарисованы. Но все равно это ловушки. Это то, где я не отхиляю, скорее всего. Так, ангел, давай, тащи. Защитная способность на сердце. У меня защитная уже есть, блин. А, ну есть анг, кстати говоря. Да, давайте анг, короче. Я просто похиляюсь. Я все равно предпочел бы, чтобы ангел дал мне какой-то предмет полезный, потому что я бы отхилялся и так, я думаю. У нас сейчас, например, будет хилка тут. Так, бесплатный предмет у дьявола. Давай, давай, по дьяволам будем ходить тогда. Пофиг на фрукты. Как непривычно, когда у меня такая маленькая скорость тайка, когда я не могу фейс-роллить после того, как только что выносил все и вся просто вперед ногами. Оп. Ай. Эть. Ай. Так, 2 хп, погоди-ка. Перекинул меня, перекинул через меня точнее. Окей, хорошо. Оглушить всех, хоть ненадолго, но... Не торопим слишком сильно. Что-то какая-то долгая аренка. Ай, блин. Вампиризм-то ни хрена нет. Источников восстановления никаких не имеется. Так, бесплатный предмет на алтаре. Один к энергии, 3 технологии. Создавайте один души, когда входите в комнату. А, но количество душ зависит, судя по всему, от харизмы А, или нет, наверное, от харизмы зависит количество душ, а от максимального хп зависит их урон. Оно вон как работает, потому что урон у них пишется зеленым числом. А душ я создавал до этого больше. Так, копье сблизи. Давайте мозг, может быть, возьмем. Не могу сказать, что он мне сильно нужен, но вот как насчет того, что если получится сделать второй забег за этого перса через технологию. То есть он имеет много технологий и много силы со старта. Через силу мы вот сыграли. Было бы прикольно сыграть через другой его стат, который ему дается. Другое дело, что из этого получится, я сильно не уверен. Особенно с учетом того, что у нас еще и аренки стали труднее. Кстати, я заметно весьма. Я как-то так думал, что такая-то трудная аренка, и забыл, что у нас усложнение на аренке было. Как раз таки. Так, идем на шипы. Мне бы восстановиться сейчас как-то, да? Так, ну вроде бы. Ничего страшного. Такая даже подозрительно простая комната. Хоть шипы маленькие, но все равно. Ах ты, падла! Ах ты, говнючила! Ты почему сейчас мне попался? Ну, ёлы-палы. Я ударю его, я сдохну. Обидно. Это могло бы нам принести целую кучу силы. Будь у меня сейчас здоровье, которое я потерял как раз таки на аренке. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, это как раз таки, знаете, такой дополнительный знак, что надо раз силой мне не сложилось, раз здесь силу не предлагают даже, да? Нет, хп надо брать. Две технологии вместо одного хп, это не прям, не очень звучит. Раз типа силы не сложилось сразу же вот так, то может быть реально стоит сделать акцент попытаться на технологии. Но у меня плохое предчувствие насчет такого забега. Потому что как раз таки прошлый, знаете, там с технологиями не сложилось. Мы получили целую кучу энергии, получили там гантель. Все идеально было для этого именно, да? Давайте, наверное, на комнату на шипы пойдем, потому что у меня не так много золота, чтобы два магазина подряд практически залутывать. Хотя там с аренки получили бы еще деньги, да? Но пофиг, не будем магазин лутать перед аренкой, перед магазином еще одним очередным. Обойдемся. Тихо. Чуть не ожидал такого. Что он сейчас так отрикошетит внезапно. Обойдемся без еще одного магазина. Надеюсь, что сейчас здесь что-нибудь вкусненькое будет. Так, тут комната из разряда необязательной награды. Так, ну сюда я, само собой, пробрался, отлично. КПшка и, блин, улитка. Какая нахрен улитка? Один из самых спорных предметов, что можно придумать, это буквально получить типа хилку, но навсегда уменьшить себе какой-то стат. Ну, прям так себе. Конечно, ладно, нам что там еще скорость передвижения, которая бывает иногда в овер, да? Но все равно ее отдельно понижать как-то особо не прям торопишься тоже. КПшечка. К скорости передвижения вы восстановите 1 очко энергии за удар. Опа. Блин, ну чисто технология. Вы восстанавливаете 1 очко энергии за удар. То есть энергия регенится гораздо быстрее. Вау.
А вот это очень даже интересно. Потому что обычно она регается значительно раза в три медленнее где-то. Оп, оглушили. То есть, играя чистить ноги, ты в любом случае бьешь с топора в том числе. Ну, бьешь обычно так, потому что тебе надо как-то ее регенить. В принципе, какая-то атака у меня обычно имеется. И много технологий есть со старта. А тут еще и хороший реген для нее. То есть, мне надо будет гораздо меньше делать ударов, чем обычному какому-то персонажу. То есть, буквально все располагается к такому забегу. Надо найти хорошую атакующую обилку. И найти, соответственно, само собой, технологию в больших количествах. 2 силы, 1 хп. Сломанная ваза. Опа. 10 сил и 10 технологий. Мушиная голова. Минус 3 хп. Ну, берем, допустим, я не знаю. Мне, честно говоря, как-то это дело пахнет керосином. Возьмем себе бицепс давайте тогда еще. 1 хп хотя бы вернем. Ауч. Так, вот это противная комната. Очень. Потому что с этой мелочью... Но прикол в том, что она летит так, как будто бы рикошетит от стенки к стенке, но на самом деле нет. Она на самом деле рядом с тобой. Она, видите, она не рикошетит, она от воздуха отбивается, как бы в мою сторону сразу направляется заново. И вот эти мобы крайне противны. А там еще такие. Ух ты, ё-моё. А вампиризма какого-то у меня не имеется. Сколько у меня оглушающих устройств? Нет! Ну я не видел их. Ну идите вы в жопу. Я их не видел тупо. Это было нечестно. 4 силы, получаете 1 урона, когда подбираете инъекцию. Давай. Хотя 4 силы не так много, а инъекцию будешь получать урон постоянно, ну пускай будет. Правда, если мы волтеров найдем, то будет плохо. Я не смогу их нормально использовать. Может, не стоило взять этот пакт, этот контракт какой-то? Потому что они реально, многие из них весьма спорными выглядят. То есть они дают какой-то такой, ну приятненький баф, конечно, но дебаф гораздо противнее как будто. Так, давайте через оружие пойдем, наверное. Блин, обидно, там был... Интересно задел для забега через энергию, но не сложилось, к сожалению. Так, атакующая способность здесь скелится от хп. Скорость атаки. Вообще от энергии можно играть, вот как у меня в прошлый раз была билка, да, не обязательно, чтобы у тебя атакующая способность была именно от технологии. Можно и от другого, от чего-то. Вот это весьма неплохая на самом деле. Бомба тоже, кстати. Бомба с силой вообще будет здоров. Но глаза требуют гораздо меньше энергии. Давайте глаза возьмем. Здесь эффект инъекции удвоить, да, чтобы я как раз таки хотел по ним идти и от каждой отхватывал. Там, в принципе, если у нас было в прошлом забеге, да, плюс 4 силы, минус 1 получение урона единичка за каждую подбор инъекции, то было бы и хрен с ними, потому что я отхиливался бы. Но получится ли сейчас набрать столько хп и столько вампиризма, тут уже далеко не факт. Блин, все бы здесь взял. Призрак даст 1 хп мне сделает. Потом бы отхилялись крестом, например. Хотя крест дает максимальный хп, кстати, еще. В принципе, можно взять его. Так, на что мне еще хватает? Лесу стоит ли брать, вот не знаю, найти питомца среди разрушаемых объектов. Это мне дает, такая, что предмет. А шанс 1% всего лишь, как бы не очень большой, но... Навсегда зато. А здесь скорость атаки. Давайте лесу возьмем, так будет интереснее. Менее универсальный вариант. Но пойдет. А вот таких маршрутов хочется прям побольше. Смотрите, наверх, на босса, потом вниз на вопросик, потом на инъекцию, а потом еще на сундук. О, да, вот это просто все будет у нас. Главное с боссом разобраться, ну, думаю, что разберемся. В прошлый раз у нас примерно такая же была ситуация к нему, и мы мерзость просто порвали. У нас еще глаза есть, все время мелочи отбрыкивать, в принципе, при желании большом. Просто руби! Да, 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 ты там призывай их, призывай. Вообще не парься, я тут это самое. Ай. Немножко задел меня. Окей, порвали. Ну, тут было ожидаемо вполне. Донорство крови. Шанс получить один урон в начале каждой комнаты. Давай, возьмем. Рискнем. Потому что вампиризм пока что у меня не имеется. Снаряжение тоже хорошо. На перспективу. Так, 4 технологии. Вот инъекция есть, да? Попадание по врагу способности дает 3% шанса исцелить вас на 1 хп. Кстати, неплохо. Глаза на энергию минус металлом это слабее, чем мои. Другие глаза. Вот их уже можно взять. Хирургического бота я возьму. Это я тоже возьму. И эти глаза тоже возьмем. Вот так вот. Вниз, если пошли, могли бы пойти на большое количество комнат, конечно, да? Но скипаем инъекцию. А инъекция все-таки мне нужна.
У меня они удвоены по эффекту, и технологии мы как раз-таки искать будем во многом с них, в том числе, возможно. Хотя, если там будет ХП, а там будет, скорее всего, ХП, я возьму ХП, наверное. Да, если ХП есть. Стоит взять здоровечко, я думаю, все равно. Мы каждую комнату получаем урон еще с шансом, да, от донорства, который ломает нам постепенно броню. Но зато фармим много денег. Если особенно посещаем большое количество комнат. Погоди, а донорство работает при любой комнате или как? В начале комнаты, в начале любой комнаты получается. А, нет, стоп, подожди. Накопление. Когда зачищаете комнату, донорство срабатывает на получение урона в любой момент. А вот на дома, как его, да, на получение урона в любой момент, а вот на ХПшку не всегда. Уолтера нашли. Хорош. Вот, вот и сработал тот пет. Отлично вообще. Получили ХПшку за это. Так, броник, скорость передвижения пойдет. Слушайте, неплохое начало забега. Весьма достойное. Урона при фулл ХП. К силе атаки, когда получаете урон. Урон при полном ХП, кстати говоря, в теоретический вид работать должно, наверное, и на технологии, да? А сила атаки только на силу атаки. Давайте к урону возьмем при полном ХП. Не на технологии даже, а вот на наши глаза, например, работать должно. И, кстати говоря, с такими глазами, с такой обилкой, которая работает не от технологии, да, а от другого стата, мне выгодно как раз-таки найти максимум энергии. Это как раз-таки вот событие, которое у нас в прошлый раз было. Если бы оно нам сейчас, например, попалось, и мы бы сделали забег от ХП, у нас была бы целая куча возможностей использовать эти глаза, накопить, юзать их целую тонну раз подряд, например. Так, 10 технологий минус 1 энергия. Блин, а вот 10 технологий это много. Это весомый аргумент. Еще и Тайлер здесь, и у меня есть деньги на это все добро. Я хочу, давай технологии все-таки. Туда-сюда меняю. Сейсмическая активность тоже возьмем, эту, которая бьет врагов просто за разрушение объекта. Это весьма приятно, особенно вот в таких комнатах. Только так работает, да. Ох ты, блин. Просто все в красном. Охренеть. Можем пойти на оружие, можем пойти на дьявола. На оружие, если идем, попадаем на ангела еще. Просто как комната щелкается. Просто вспышка такая. Еще броник. Отлично. Там не очень много урона, но враги, у которых и так хп на один удар всегда, да? На один мелкий удар вот эти вот летающие. Их это, конечно, сжирает только так. Хотя вот здесь нечего сломать. Что у меня там появилось сейчас такое, какой-то синий эффект? А, это, наверное, Тайлер, да? Он ставит мины, которые взрываются, да. Которые надо взрывать, точнее. Хочешь сделать забег на технологии, да? Держи! От ХП, от силы. Хорошие обилки. Спасибо. Наверное, из этого мы ничего не будем брать. Типа так, потрогаем, но останемся своим, потому что нам дает больше металлолома. Такая комнатка, оп-оп. Здесь, по крайней мере, где, понятно, где находится сундук, сразу же как к нему попасть. Без проблем до него добраться. Так, две комнаты или же вопросик? Давайте на вопросик, вдруг там что-то будет прям интересное. Здесь вопросики, благо, не как в пекле. Тут вопросики реально любопытные, и они, ну, либо нейтральные, либо не насирают тебе так сильно. Плюс еще тебе комнаты с врагами не настолько сильно решают. Ты у нас кто такой? Хочешь увидеть черную магию? Да, случайный выбор куклы. У меня нет куклы сейчас, давай. Плюс 2 хп, минус 2 шипов. А, кстати говоря, если бы там была плохая кукла, я ведь не могу ее скинуть, если что. Один к энергии, потеряйте все свои текущие монеты. О, нет. Это от ХП скейл, две брони, или же доспехи неуязвимости. Чё, тут все какая-то фигня. Эта штука закончится быстро. Давайте две брони. Поддержим с выбором, потому что если я возьму броню с единичкой этой, у нее будет один брони, у нее не будет той брони, которая у меня сейчас имелась, потому что она у меня шла от снаряжения. А я его поменяю. В итоге оно сломается очень быстро. Так, модификаторы найденных... Модификаторы характеристик найденного вами снаряжения будут лучше. Вопрос, снаряжение это имеется в виду только лишь броня или атакующие обилки тоже, кстати? Давайте возьмем вот это вот. В надежде на то, что на атакующие обилки, защитные способности и так далее работает в том числе. Потому что я не уверен. Минка там была на 42 урона.
вниз, не давать врагам, в принципе, вот так вот накопиться, выносить их быстро, то они как снежный ком... Снежный ком... снежный ком и не накопятся, и не будет какой-то большой трудности. Так, один энергии, три вампиризма. Неплохо. Плащ. Так, 21 урон трем врагам. Мы, как поняли, эта штука очень прикольная на комнату, но очень слабая на босса. Хотя на комнату тоже не очень прям сильная, на самом деле. Но в этот раз у меня технологий есть много весьма. Один вампиризм, пачка переговоров. Яд оставляет... Давайте возьмем себе чипсет этот, допустим. Пускай будет он. И рольнем разочек. Тоже давай. Так, это уйди. Отсюда кыш. Кыш. Один технологий за каждые 5% высоты прыжка, которая у вас есть. Вот к высоте прыжка. Но это атакующая способность. Я ее брать, наверное, не буду. 85 урона, конечно, приятно, но это как несколько ударов. Три энергии требуют. Дорого. Вот это можно взять. И это, в принципе, тоже. Давай сначала вот это, теперь вот это, а теперь еще возьмем генератор энергии, потому что высоту прыжка, и, возможно, где-то я в процессе захочу себе бабапать. Ну, если где-то будет предлагать, то, в принципе, почему бы и нет. Она будет заливать, не считайте стат теперь просто. Оп. Ай. Руби его. Добили. Окей, хорошо. Так, 2 хп, 1 колючки, 7 металлолома. Ой, 7 колючки и 1 металлолом, точнее. Получше кукла. И благо мне попался другой босс, поэтому мы тоже сейчас что-то анлокнули. Очень хорошо. Так, куда мы здесь сейчас справимся? Сейчас решим в процессе. А, можно на дьявола пойти. Да, меня устраивает маршрут на дьявола. Мы свою броню, скорее всего, там похороним. Я солью свое здоровье. У меня 4 вампиризма, в принципе, есть. То есть какая-то выживаемость имеется. Отходим. Не забываем про этих подлых мобов, что они взрываются. Хилочка дропнулась. Так, ну да, тут без серьезных вариантов. А, это меня в начале комнаты бьет накопление же мое, донорство. Я что-то такое думаю, почему я регулярно в начале комнаты получаю урон. Действительно, почему же? Как-то не задумываюсь просто об этом предмете, не думаю о нем постоянно. Вот снова получил. Это, наверное, мне как-то вначале вот очень понравилось, потому что бьет всех врагов, в таком вот все такое приятно, но бьет не очень сильно. Но вот так вот сжечь всех по чуть-чуть, да? Прям кайфовенько, когда выходит, когда враги к этому располагают. Но на самом деле эта обилка не самая сильная прям. Стоит что-то другое поискать. Враги после смерти взрываются. Маленький друг, который оглушает ближайших врагов. Давай то и другое берем себе. Нормально. Так, погоди. Я все время кнопки здесь путаю. В разных играх разное управление. Опа! Нашли. Враги получают урон, когда вы прикрываете щитом. Тоже колючий щит, обилка, которая дается тебе, когда у тебя есть щит, именно предлагается. Мы берем себе топор. Вот этот вот. Еще есть смысл, кстати, не брать себе временную какую-то обилку, если она тебе особо не нужна. Потому что она может тебе изменить выбор здесь, на аренке. Причем на аренке предлагают такие предметы, которые не предлагают в магазине. То есть какие-то типа разные категории шмота. Как будто бы. Тут именно словно, знаете... Даже не знаю, как сказать. Не то, что свитки какие-то, не то, что контракты, как пакты, как... В начале забега. В начале забега там отдельные пакты, которые имеют как плюс, так и минус. На аренках у нас какие-то интересные бафы. Сильные весьма, да? А в магазинах именно предметы. Они все у нас идут одним списком, но на самом деле они являются разным. Кстати говоря, они даже здесь отмечают по-разному. У нас, видите, вот этих вот есть фон, а вот это предметы. Вот это с аренки, и эти два. Судя по всему. Их можно определить так. Не обращал на это внимания ранее. Так, маленький друг, который оглушает дальше врагов. Еще один такой же, да? Ваша способность также выигрывает от вампиризма. Опа. Способности, точнее. Неплохая штука. Скилл от вампиризма добавить. Защитная обилка, таскать с собой фрукты. 5 силы минус скорость атаки. Я лучше скорость атаки хотел бы себе наоборот. Давайте возьмем себе вот эти два. Рольнем разочек еще. Атаки вверх. О, атаки вниз наносят больше урона. Оглушает врагов при первом ударе по ним. Когда враг получает 5 урона, вы... каждый враг получает 5 урона, когда вы используете атакующую способность. Хорошо. Каждый враг, причем это 5 плоского урона для моего чипсета. Неплохо. Как раз у меня такая штука была с луком в прошлый раз. В принципе, она работает примерно так же. Не зависит от технологии или какого-то еще стата. Тихо. Но зависит от частоты использования своей обилки. Можно пойти на сундук плюс на инъекцию. Либо же на инъекцию и плюс на ангела. Что лучше? Ангел дает больше выборки, а в сундуке как будто зачастую бывают вкусняшки. На ангеле чаще как-то фигня какая-то, если честно. Хотя маршрут наверх мне нравится больше. Потому что там вопросики. Два вопросика хотя бы.
поднялась наверх. Ай. Так, с максимальной энергией, с максимальным здоровьем. Нет, наверное, 5 хп я не хочу себе делать. 13 энергии, что очень хорошо, но 5 хп это прям совсем плохо. Поэтому, наверное, нет. Вот так почистили комнату. Мне бы, знаете, мне бы как гантельку только на технологию. Чтобы заливать себе стат технологии, собственно. Было бы приятно в долгих боях каких-то. 4 брони, 4 технологии или 2 силы. Давай 4 технологии, давай, поехали. Бронька. К харизме, хорошо. Давай еще разок. К энергии, замечательно вообще. Я пытаюсь что-то такое интересненькое тоже сделать, знаете, не только через силу одинаковые забеги, а хочется что-то оригинальное попытаться. 2 технологии за каждое живое существо в комнате. В процессе будет работать отлично. Так, сила минус технологии. 80 урона в области, зависит от технологии. Плюс колючки, плюс переговоры. Я, наверное, возьму себе дерево просто. Это будет работать точно. Обилку мы где-то еще поищем, не знаю. Я могу потерпеть в случае чего, если даже сейчас моя нынешняя такая себе. Хотя она, в принципе, где-то работает. Просто у нас будет проблема с боссами с ней, потому что... Хорошо она будет работать, например, на муравьях. А вот на остальных, на большинстве, будет так себе. 5 металлолома, опа. Да, давай магнит, наверное. Скорость атаки, конечно, хорошо, но вот это мне прям очень нравится. Хотя скорость атаки позволяет мне чаще и этот самый ведь. Надо тоже понимать, больше и способностям пользоваться. И вообще, учитывая, что у меня так энергия регается, я могу ее гораздо больше использовать. Серьезно, это, по-моему, полноценный забег на технологию получилось сделать. Этот перс к этому располагает. Недаром у него со старта дано 20 сил и 20 технологий тоже. И у него, видите, топор. У него мана-топор, такой можно сказать. Он лютейшую энергию регенит за счет своего сигнатурного предмета, который мы нашли. Так, 2 хп. Мега крутой Уолтер. Это просто имбище, по-моему. Мне кажется, что этой игры просто, знаете, мало было у нее актива на релизе. И она, наверное, недолго балансилась. Поэтому некоторые моменты есть, типа, очень сильные. Есть некоторые под вопросом прям. Так, белая броня. У меня брони вообще никакой нет. Но броню покупать я не особо хочу. Ронять какашка 4 секунды зависит от хп. Но меня моя устраивает, в принципе. Не хочу куклу брать. Копье не надо. Скорость передвижения. Давайте чуть-чуть возьмем скорость передвижения. Пролим здесь. Спорная способность дает шанс восстановить тебе энергию. Можно, в принципе, взять, учитывая, что у меня набил, которая много раз я могу юзать. 5 технологий минус 2 силы. Это берем точно. Плюс 2 энергии, 5 шипов. А, ну это скейл от монет, бросание монет, зависит от золота. Найти бы такую обилку в самом начале, знаете, реально сделать забег на монеты. Самые-самые крутые какие-то предметы подбирать. На золото там разгон сделать себе, да? И с 2-3 тысячами золота бегать, например. Надамаживая там по 100 с лишним урона с монет этих. Но сейчас я в это упарываться, наверное, уже не буду. Карманного мага возьмем себе, поехали. Вот так. Так, где... А, погоди-ка. Хорошо. Тихо. Без урона прошли эту комнатку. Так, еще хиляемся. А, инъекция сверху есть. Но нельзя свернуть в сторону оружия. Я могу пойти на 2 оружия. Не, давайте на инъекцию и на этот самый, на испытание еще сходим. Мне, в принципе, учитывая, что я энергию регеню гораздо быстрее, у меня не будет такой большой проблемы с дамагом по боссу даже, как это было в каком-то предыдущем забеге на энергию с этим чипсетом. Потому что, да, у меня просто надо было бить с руки постоянно, да, все равно. И при этом дамаг с руки был совсем низким. А технологий не было в больших количествах, я энергию регенил слабо. Тут я энергию регеню себе легко вообще. 4 технологии берем. И даже с чипсетом, мне кажется, даже по одной цели дамаг какой-то вполне себе будет. Учитывая, что я в 3 раза чаще могу его использовать, и у меня его технологии как таковой, в принципе, имеется, по крайней мере, в этот раз. Там, может быть, было больше в итоге? Не помню точно, если честно. Хотя сейчас у меня уже 59, мне кажется, там не было больше. О, да, ребят. Вот это через технологии мне просто очень хотелось поиграть. Давно уже. Обожаю всякие такие способности, их просто приятно использовать, но это... Трудно забег на это собрать. Ай. Вот наконец-таки начало складываться. Более подходящий персонаж, потому что... О, 0 из 6 энергии, мы испытание начинаем, в котором сейчас будут еще щитовики эти. Окей. Все, порвали. Отлично.
Так, кукла на переговоры, на воровство и технологии. Три штуки технологий. Минус 2 хп, конечно, минус потолом, минус колючки. Я возьму это, потому что это будет давать мне экономику. Как экономит мне деньги, получается. Больше можно купить всякого. Будет перспективнее. Скорость атаки, либо к силе атаки. Или получается снаряжение перед битвой на арене и боссами. Снаряжение, наверное, все-таки именно броня. Не просто так там. Не просто шмотку какую-то, да? Именно снаряжение. Знаете, скорость атаки пускай будет. Я не посмотрел, что там за волна у нас. Я все время не обращаю внимания, какие там будут враги именно. Хотя порой это может стать решающим фактором тоже при выборе на самом деле. Но обычно такое является аргументом, когда у тебя забег слабенький. Когда у тебя сильный забег, ты просто смотришь, хочешь, что хочешь взять из предмета чисто. На остальное тебе пофигу. О, да. Мы, конечно, не всех врагов в комнате бьем. А стоп! А мы же, получается, у нас там... Где там был тот предмет? 5 урона каждый. У нас, смотрите, каждый враг получает 5 урона, и 3 врага получают только от чипсета. Ну, от чипсета дополнительно. Тем не менее, даже когда врагов вообще дофигища, мы их выносим, будь здоров, как... Лотос автопик. К скорости передвижения плюс к переговорам, плюс к энергии максимальные 2 штуки. Кстати говоря, неплохо, но у меня тоже переговоры, причем больше переговоров, воровство и технологии. Опа, технологии 8, минус 1 хп, шикарно. 7 урона врага в комнате, когда вы получаете урон. Не очень прям много. Давайте рольнем. Питомцы сильнее дамажат. Плюс технологии 5 и плюс энергия. Максимальное здоровье плюс 1, падаете быстрее. Ну давайте возьмем, ладно. Ну и питомца тоже усилим, хотя у меня питомца сейчас не дамажит, только один дамажит, ладно. Сколько раз за сегодняшнюю серию я сказал слово технология, особенно второй пополнение забега, это, конечно, тайна, покрытая мраком. Очень много раз, но тут прям я доволен, как получается, все очень насыщенно. Я думаю, заслуживает видос лайкосики, если до сих пор не поставили. Я прям стараюсь для интересного... годного контента и хорошего забега. И мы порвали инженера. Хорошо, что вторым боссом тоже попался мне именно другой босс. Может, нам, кстати, здесь шанс подкручен, что тебе, типа, попадается именно тот босс, которого у тебя ачивка еще не выполнена. Чтоб тебе не надо было искать очень долго какого-то конкретного босса, например. Потому что бывает такое в играх, что у тебя все утыкается в то, что ты не можешь найти босса на выполнение какого-то задания. Так, магазинчик сверху есть. Я бы на дьявола сходил, на самом деле, мне как-то... Он импонирует весьма, поэтому пойдем сначала в другую сторону. А потом к нему развернемся через вопросики. Ауч. А, вот, да, вот буквально дешевый предмет, который... убирает необходимость париться насчет щитов. Его нет, и сразу такие мобы, они не пробиваются так легко. Но мы выносим, в принципе, вот таким способом всех. Нам бы еще в начале комнаты, чтобы мы регенили энергию, было бы шикарно. Плюс на технологию шприц выпал, отлично. Силу, которую вначале я, конечно, взял от контракта, она вообще мне не в пользу, потому что я не от силы играю вовсе. Хотя немного ей тоже в любом случае бью. Так, дьявол, к сожалению, такой себе. Вампиризм, переговор. Ну, я возьму эту броню, наверное. Пусть она может потратиться быстрее, чем даст какую-то мне какую-то реальную пользу, но... Может и нет. А, это он мне дал сейчас шмотку. А, не буду брать. Попробуй пробей, да? Ни энергию не порегенить, ни врага не убить. Шанс найти предметы в разрушаемых объектах уже поздно. Убийство врага восстановит 3 энергии один раз за комнату. Вот, кстати говоря, это как раз-таки такой дополнительный реген энергии, который мне позволит ее немножечко вот так поддерживать где-то еще. Меньше париться в комнатах. Потому что бывает зачастую я не намного больше там 5-7 энергии за комнату трачу. Плюс 3 это аргумент. Блин, они по 2 бьют, между прочим. Вроде бы. По 23 у меня урон, конечно, да. 5 вампиризма, учитывая, что не так много дел ударов, как в прошлый раз. Не в миле идут, а у меня выживаемости гораздо меньше на самом деле. 6 вампиризма минус к скорости атаки. Но минус к скорости атаки это очень большой минус. Зато вампиризм будет прям намного лучше. Я, наверное, возьму. Я хочу регениться адекватно. И не так часто бить. Измическое устройство поздновато, но я возьму то, что денег очень много. Куклу брать, наверное, не будем. Это, наверное, тоже. Да.
6 сил, минус 8 технологий. Это не подходит. Здесь ментрик получения урона поздно. Кукла вонючая. Хотя можно взять, но еще окупится, наверное, все равно. Учитывая, что мы при получении урона еще от донорства, кстати говоря. Давайте возьмем, да. Кукла на вампиризм и на силу. Восстановить 1 хп дает 5 колючек. Слабенько. Дайте что-нибудь подходящее мне. Оглушение врагов. 2 хп, 5 технологий и 9 шипов. Вот это я возьму, наверное, эту куклу. Можно монеты, в принципе, взять, попробовать, конечно. Но у меня уже технологий много. Еще высота прыжка и технологии, и высота прыжка дополнительно заливает. 89 набрали, ни хрена себе. Давайте третьего такого друга. И поехали. Две крайности просто. Сегодня два противоположных абсолютно билда сделали, реализовали. Мне кажется, я прям очень доволен этой серией. Ну, мне не кажется, так и есть. Так, надо. Я даже сказал, что мне оружие не надо. Давайте на дьявола пойдем. Поэтому вот выбираем себе грамотно маршрут. Очень прикольный аспект выбора. Карта здесь, конечно. Циклоп. Стреляет энергетическими шарами, которые бьют на 96 урона. От технологии скелится. Вот просто в объекте нашли. Достойно. Этот... Эта лиса мне насовала... Ой, в смысле... В смысле, не напихала какого-то. Давала в забег очень много самонов всяких. Помощников. Именно это я хотел сказать изначально. Ну, немножечко... Не самыми корректными словами, наверное. Щит мне мой не нужен, что он нам силу стакает. Типа я на него вообще забиваю болт. Мне бы найти защитную способность какую-то было бы неплохо, возможно. Причем, я даже не знаю какую. Потому что если я буду защитную способность возьму себе сердце, она требует много энергии. И оно не будет окупать себя. Если мы будем пытаться восстановиться, я не смогу передамажить все равно дамаг врагов по мне. Если буду тратить свою энергию на какую-то хилку в виде сердца. 8 технологий, минус 1 хп. Берем. Шанс заблокировать входящий урон тоже давай. Мы откиляемся еще. Шотнули. Не шотнули, снесли всех быстро, смели, то есть. Все. Причем энергия, видите, она держится вполне себе даже. Потому что если я бью способностями... О, 2 энергии. Во, пойдет. 12 накопления. Хорошо. Обычно я не регеню энергию. А так я 3 использовал. Кого-нибудь вынес, и считайте, это я использовал бесплатно вообще. Так у меня хоть какой-то источник восстановления появляется. Еще технология. Да, я, кажется, понял, как можно играть в эту игру. У нас, причем, видите, здоровье у врагов у многих тратится так сначала медленно, а потом резко они шотаются. Дело в том, что сначала в них идет тычка по пятерочке от предмета, соответственно, да? Атака чипсетом, и его летит в кого-то другого. Когда очередь текущего моба настигает, и когда по нему чипсет прилетает, вот тогда он и дохнет сразу же. Добивает сразу же. Еще чел, который от технологии играет, Тайлер. Накопление, восстановить 1 хп при первом попадании в врагов в каждой комнате, скорость передвижения. Ну давай, кстати, репиявку возьмем, в принципе, позволит нам отхиляться немножечко. У нас-то вроде не финал еще забега. Вроде бы. Я не следил особо, сколько у нас чего. Я не видел еще босса этого локации, поэтому, наверное, это первый этаж, я не знаю. Предполагаю. А мог я где-то пропустить. Коряво взорвал. Минки не самые удобные, конечно, то, что враги зачастую на расстоянии от меня держатся. А, вот, да, босс, это была первая локация, значит. Так, здесь шприц. Монетный щит не надо. 10 технологий, минус 3 хп, 10 сил. Ну давай, допустим. Упарываемся по полной программе. ХПшка. Скорость атаки минус хп не хочу. Нет. 2 силы скорость атаки нет. И это тоже нет. Давай еще ролку сделаем. 6 брони, 7 технологий. Вот это крутая бронька. Но она вряд ли у меня останется. Хотя 5 металлома дает, на самом деле, кстати, серия может быть останется. Может получится сохранить. Мне оно очень даже заходит. Давайте попробуем. А, демонический тотем? Давай по приколу. И еще одного такого. Просто куча самонов. Забег как бы не на них. Мне нет такого, что пассивно все враги просто умирают. И муравьев мы сейчас должны просто порвать. Так, на муравьев, значит, идем. Потом наверх, направо, потом вниз, вниз, вниз. Можно либо на сундук пойти, либо на дьявола. На дьявола, наверное, лучше. А потом на магазин еще можно отправиться при желании. Свернуть. Просто да. А я уже было в каком-то моменте сомневался, что чипсет хорошая абилка. Но когда у тебя много урона, то он, конечно,
выносит просто. И сейчас будут муравьи. У него урон сейчас 76, плюс еще 5 по каждому врагу. На. Все. А я еще энергию регеню быстро. Опа. Все, порвали. Технология работает. Если сделать через нее забег, ее гораздо больше можно брать просто. 122 технологии, видите, а у меня в прошлом забеге было много сил, но силы было гораздо меньше. Перерабатывающая машина, защитная способность 1 хп, скорость передвижения так себе, харин переговором, кукла. Что за дроп такой? Хотя кукла на металлолом, кстати говоря. Но моя на технологии. Давайте останемся своей. Металлолом, конечно, хорошо. Кстати говоря, а металлолом ведь работает, когда... За 11 попаданий? Погоди-ка. А, нет, не работает от удара моей вилкой все-таки. Потому что одно дело удар оружием, другое дело попадание по врагу. С чего угодно, типа. Но нет, все-таки именно с оружия считается. То есть, чтобы регениться металлом, металлом мне надо будет именно с руки бить врагов. А я этого зачастую не делаю, как вы видите. Вообще ни разу не делаю, у меня броня постепенно падает. Другое дело, что... Мне порой шприцы на броню подкидывают, и они мне позволяют поддерживать ее, но это не совсем спасение. Еще сейчас будет дьявол, кстати, который мне сломает броню в ноль вообще. Ауч. Но если я буду пытаться на врагах отхиляться, мне кажется, я скорее потеряю все. Я скорее помру. Зачем я силу взял, не знаю, это минус хп, единичка, минус брони точнее чуть. Давайте на дьявола, ладно. Если здесь будет что-то крутое, то и пожертвую броней. Атакующая обилка 325 урона. Но моя 81 бьет трем врагам, и типа она требует 1 энергии. Плюс 5 еще плоско заливается в нее. Она не намного слабее. По ДПС в одну цель. А вот это 162 бьет по небольшой площади. Вот это сильнее по одной цели, прям намного. 10 прыжка плюс 2 технологии. В два раза больше ДПС по боссу будет, а босс уже, в принципе, достаточно скоро. Блин, не знаю, им будет гораздо труднее пользоваться. У меня такие трудности сейчас на комнате возникнут. Реально, комнату будет тяжело защищать просто. Не, давайте, ладно, хрен с ним. Я потратил, конечно, хп. Обидненько, плохо. Броню точнее, да? Но она и так сейчас сломается, по-моему. Да, она сломалась все равно. Тут я уже отхватил, но она постепенно просто ломалась бы. Поэтому давайте не будем. А так бы сломалась еще быстрее. И мне с той штучкой будет просто... Я могу и хп свою потерять, не только броньку. Оп, 4 брони, отлично. Мне, в принципе, поскольку я вампиризмом не так много пользуюсь металломом, да, из-за того, что убиваю всех со способностей. И, кстати говоря, это еще одно большое подспорье для технологий, потому что... Технологии, они не дают тебе выживаемости нормально. Если ты выносишь всех технологий и мало энергии регенишь, чем много энергии регенишь другими способами, необычными атаками, как я сейчас, например, да, то я не юзаю вампиризм и металлолом. Вы взрываете, когда ваше снаряжение уничтожают. 1 хп. Появляется больше пришельцев. 5 силы. Ох ты, блин! Вот на силу нет таких предметов, которые заливают себе технологии. 28 стата нахрен. Держи! Спасибо, возьму, пожалуй. 1 хпшки тоже пускай будет. Лазер не особо надо. 1 хп. На ваш снаряд действует гравитация. 4 силы. Еще ролл. Ну, вот это можно взять временно, в принципе. Давай просто возьмем вот это добро. ХП рега. Шанс блокировать урон от оружки. Давайте. От ловушки, точнее. Давайте берем все хп. Восстановление каждый сколько-то там ударов. 4. Я даже никого не бил особо сейчас, ну до сих пор. Вот теперь только энергия у меня закончилась. Да, ну как закончилась, сразу же дамага нет. Ничего сделать особо не можешь. Ну, это работает. Работает замечательно. Так, ты хватит шприцы вот здесь бросать так, а? И шмот всякий. Создает одну душу, которая носит 19 урона при использовании атакующей способности. Опа, вот это я, пожалуй, возьму сразу же. У меня, кстати, денег все равно много накопилось весьма. Это не будем брать, наверное. 10 шипы, 15% переговоры.
Ну, вряд ли. Хотя, ну, может быть, и окупилось бы, не знаю. В плане скидки именно. Три вампирика. Всеми урона, когда вы получаете урон. Ну, давай, допустим, возьмем это, возьмем себе каплю крови. У нас сейчас уже будет финальный босс. Еще ролл. Сливаем все деньги. Давай картошку возьмем. И... еще рерол. О, 5 технологий в конце нашли. Или 6 технологий, 6 силы и ограничение хп, но мне это без разницы. Блин, тут все встретилось вообще. Я могу взять, в принципе, колокол и наручники, по-моему, и то, и другое. Да. Итоговый стат 163 технологии. Охренеть. Грибной король, тебе просто... тебе хана. У меня, правда, энергии нет сейчас. И атаки раз в вечность, кстати. Но, тем не менее, я все сделаю, чтобы тебя срок порвать просто вот так. Но по одной цели, да, дамаг, конечно, гораздо ниже у нас. Надо было энергию на вторую фазу, наверное, поднакопить, да? Потому что сейчас будет гораздо опаснее все. Тентакли бьют уже. Оп. Но мы, тем не менее, снесли его. Вполне нормально. Потруднее, конечно, таким боссом, да. Где у меня билка моя не раскрывается. Но все равно достойно. Так, почти энергию захиляли. И теперь серброни. Из черного. Вот с ним не уверен, что справимся. Надеюсь, что получится. Давайте всю энергию, наверное, в ноль не сливать. И он время от времени бить. И ждать, когда враги будут появляться, да. Вот тогда чипсет разряжаем по полной программе. Я вот юзаю, у меня частенько энергии даже как будто не тратится. У меня там есть небольшой шанс восстановить себе энергию, но не очень большой ведь. Хотя он иногда может ведь подряд сработать тоже, может повести ведь. Ауч. Погоди, он именно при использовании, да? Да, он при использовании, сколько я помню. Не при попадании способности. Если было при попадании способности, то тогда понятно, откуда такой, такой реген. Потому что попаданий у меня много. Так, броня почти закончилась. Потом будет хп, у нас, конечно, вампирик имеется, но каждые 7 попаданий... А! Ну, да, ладно. Каждые 7 попаданий хилятся, я долго хилялся. Сбегите стартера на уровне сложности опасности 1. Видите, здесь, как кстати, на опасности 1 это за каждого перса не надо проходить тебе, судя по всему. Вертикальный удар восстанавливает 2х энергии у него появляется. Ага. То есть за финальный уровень еще какой-то особо интересный апгрейд, судя по всему. Слабый убийца, плюс к урону против обычных врагов, минус 25% урона по боссам. Что-то отстой какой-то. А что это, зачем это? Минус урон по боссам, зато небольшой баф по врагам. Что-то так себе. Астероид, 5 силы. Минус к высоте прыжка. 2 максимальные энергии батареи, энергетический кулак. Обычные ваши атаки наносят дополнительный урон 40. А, 40 это сейчас у меня было, из-за технологии, судя по всему. Нехило. То есть, типа, делаешь забег на обычной атаке, но скейл от технологий. Кстати говоря, вот этот кулак, это то, что буквально... отсутствие такого кулака, точнее, такого предмета, то, что было подспорьем дополнительно для технологий. Потому что, когда ты ешь через технологии, ты все равно бьешь обычными атаками. Тебе все равно нужна сила, получается, как бы. А тут ты можешь играть фулл технологию, и при этом у тебя будет и обычные атаки лупить, и способности. Круто отыграли, слушайте, мне понравилось. Давайте глянем, кстати, что у нас делает вторая опасность, например, еще. Больше врагов она будет добавлять. Вот так вот. Отлично, ребят, был забег. Отличная серийка. Сделали два полноценных забега, один не очень удачный. Через оба его стата поиграли. Я доволен. Надеюсь, ребят, что вам тоже безумно понравилось. В следующий раз у нас будет зомбит. У него один хп, один силы, один брони, один технологии. Написано легко причем. Я еще не читал его обилки. А, я знаю, знаете, что у меня какая мысль возникает? Я пока не читал еще. У него все статы равны. Может, он качает, один стат качаются все, например. Шкала атак с максимальным показателем. Шкала атак с максимальным показателем. Не знаю, там скобочки что-то, непонятно. Случайные стартовые параметры. А, нет. Начните с улучшенным кнутом. Вы теряете 35% своего максимального показателя после арен. Оу. А, стоп. Судя по всему, во-первых, у него статы разные, да, рандомные, точнее. У тебя шкала атак с максимальным показателем, наверное, у тебя скейл от максимального показателя идет, да? Случайные стартовые параметры, начните с улучшенным кнутом, какой-то предмет, судя по всему, наверное. И вы теряете от максимального показателя, то есть тебе надо качать все показатели. Ты скейлишься от максимального из них, но максимальный постоянно теряешь.
Вот так вот. О, как. Посмотрим, как это будет отыгрываться, в общем-то. На этом, ребят, у нас на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно смотреть. Спасибо всем, ребят, за просмотр, собственно. Надеюсь, что вы кайфанули. Спасибо всем, кто проявляет актив особенно. Подписывайтесь на канал, ребят, мне будет очень приятно. Оставляйте комментарии с этим видео, тоже буду очень рад. Вступайте на сервер Discord, ребят, если хотите пообщаться в группу ВК, в которой батики, фоточки, инсайдики, не только. Ну а я желаю всем хорошего, ребят, настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока. Пока.